добрейшего дня. Продолжаем снимать про Заринский. Вот здесь ландшафт уже напоминает практически, ну, не знаю, такую вот зону хорошего московского дома отдыха, подмосковного такого. Сосны здесь, запах такой замечательный. Ну, конечно, здесь все чистенько, дорожки такие замечательные. И вот почему я остановился. Вот такой вот прикольный домик для птички, переноска. То есть он так сделан вообще профессионально, смотрите, там и открыть можно, и тут вот еще защелочка, и цепочечка, очень-очень грамотно сделано. И, соответственно, его можно повесить в любое место. Я не знаю, это частный скворечник или это общественный, но штука прикольная. Так что оставайтесь с нами, дальше будем снимать.